Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский обрушился с критикой в адрес армянских политиков, которые хотели втянуть Россию в войну в Нагорном Карабахе. Пару недель назад приехали депутаты армянского парламента. Эти нахлебники сказали, что пусть Россия поможет. Сейчас русские там будут погибать? Вот русские пришли, и эта же партия выступает против. Мол, как это так? Заключили соглашение. Они что, думали, что русские придут, азербайджанцев победят, Баку возьмут и передадут Баку и Карабах? Бах армянам, а в Россию пусть идут грузы, груз 200, отгружайте русских. Вот что они хотят, сказал Владимир Жириновский в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на российском телевидении. Депутат армянского парламента, еще недели две назад. Пусть Россия поможет, видите, нахлебники, пусть Россия поможет. Сейчас нам Россия будет погибать, так русские пришли, так эта же партия выступает против. Как это так, заключили соглашение. Они что думали? Русские придут, никакого соглашения, азербайджанцев раздолбают, Баку возьмут, и армяне, хлеб-соль, проходите. Баку ваш город, Карабах ваш, а русские гробы, давайте самолеты, груз 200, отгружайте русских, это пушечное мясо. Вот что они хотят, все эти ваши народы, ваша дружба народов.